Всем привет! Речь пойдет о кофемолке от бренда Kitford модели КТ-717. И сейчас я вам расскажу более подробно о данной модели. Вот наша кофемолка. Имеет, в принципе, небольшой размер. Компактная. Металлический корпус. Теперь устанавливаем чашу. Здесь указано у нас, в какую сторону нужно крутить. Все, крутим до щелчка и готово. Теперь засыпаем кофе. Объем чаши под зерна 250 грамм вмещает. В принципе, как и пачка кофе одна. Получается, пачка кофе помещается. Так, здесь мы имеем... здесь у нас настройки по количеству помола, сколько нам нужно, то есть количество. Идет регулятор помола, то есть какой будет помол. У меня стоит самый маленький для рожковой кофеварки. Все просто. Нажимаем кнопочку. Все, достаем чашу молотого кофе. Она вмещает 100 грамм кофе уже молотого. Мы молим каждый раз перед употреблением кофе, то есть на один раз. Вот получается помол вот такой мелкий, самый мелкий для рожковой кофеварки, самое то не забивает, прям хорошо проходит, то есть отлично. Кофе можно высыпать также, не открывая крышку, через вот это отверстие, через которое поступает в емкость сам молотый кофе. Также можно насыпать. Мы, допустим, насыпаем сразу рожок для кофеварки. Все. Помол можно для капельной кофеварки идет, френч пресс, гейзерная кофеварка. То есть под все виды кофеварок подходит отлично. Кофемолку считаю за свою приемлемую цену отлично. Сравнивали с другими моделями. Kitford, конечно, выигрывает по своим характеристикам, по качеству.